Эй! А что ты вообще здесь делаешь? Да меня моя гильдия послала вести наблюдение за побережьем. На тот случай, если миртонийцы причалят. А в какой гильдии ты состояла? Следопыты Долины Крови. Хотя я не знаю, осталось ли что-то от них. Что ты имеешь в виду? Когда меня послали сюда, большая часть моей гильдии присоединилась к лорду Гаваану, чтобы встретить миртонийцев в Терниарском ущелье. И буквально незадолго до того, как Дартан захватил мост, я слышала, что миртонийцы захватили ущелье и оттеснили Гаваана назад, в Долину Крови. А это значит, что у моей гильдии большие проблемы. Эй, Хэн, вон один припёрся. А ну стой, малыш! Здесь тебе не пройти. Что вы здесь делаете? Слушай сюда, приятель. У меня нет настроения с тобой лясы точить. Хочешь, иди и трепись с Хьюлодом, а от меня отвянь. Эй ты, мост закрыт. Я думал, что если поделюсь медовухой, то смогу пройти. У тебя есть медовуха? Давай сюда. Теперь я могу пройти? Конечно, можешь, если медовуха окажется хороша. Я не отдам тебе весь бочонок, но попробовать налью. Вот, глотни. Значит, Хьюлду ты налил, а со мной не поделился. Сдается мне, на мосту тебе делать нечего. Ладно, ладно, ошибся малость. Вот, глотни. Мы знакомы? Я малость не в себе. Скажи своим дружкам, чтобы открыли ворота. Чего? А, ворота. Эй, открывай ворота! Это не Лорн!
ты один из людей Дартана? Нет. Я тот, кто убил Дартана. Выходит, я все-таки смогу пройти по мосту. Спасибо. Не стоит благодарности. Я сделал это только, чтобы добраться до Сильверлейка. До Сильверлейка? Боюсь, с этим может возникнуть небольшая проблема, мой друг. Что еще за проблема? Ну, если смотреть отсюда, то дорога до Сильверлейка идет через долину крови. Вот только барон Стюарка перекрыл подходы к этой долине из-за идущего там сражения. Без разрешения в долину не пройти. Выходит, мне надо получить разрешение. Где их выдают? Тебе придется поговорить с самим бароном. Насколько мне известно, только он вправе выдавать разрешение. А где мне найти барона? В его цитадели, в самом сердце Стюарка. Это город на скале, что стоит посреди моря. Мне бы хотелось взглянуть на твои товары. Что старый Элган может для тебя сделать? Мне бы хотелось... Мне бы хотелось... Мне бы хотелось...
муж сейчас должен быть где-то здесь, поблизости. Да пребудет с тобой Иннос.